Акватория Оки в районе городского пляжа. Еще в начале лета Роспотребнадзор не одобрил здесь купание. Анализ воды не соответствовал норме. Таким образом, муромлянам на городской набережной остается только загорать. Однако далеко не все соблюдают правила безопасного поведения. С начала года на водоемах области утонули 22 человека, из них двое детей. С начала купального сезона в воде погибли 17 человек. Из 900 мест для купания в регионе только 43 пляжа прошли официальную проверку. Но жителей области это не останавливает. Муниципальная инспекция совместно с поисково-спасательным отрядом управления по делам ГУВЧС округа Муром на ежедневной основе проводятся рейды водных объектов на территории округа Муром на предмет выявления лиц, находящихся в воде. Поскольку в местах, где размещены аншлаги, запрещающие купание, заходить в воду запрещено. Купание в запрещенном месте может сильно ударить по кошельку. Одна из мер в предупреждении трагических происшествий на воде – денежные штрафы от 800 рублей до 3000. Сегодня в рамках данного мероприятия было выявлено два нарушителя, два купающихся человека, в отношении которых составлено протоколы административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 12.2 11 областного закона об административных правонарушениях по Владимирской области. Безопасность на водных объектах обсудили в областном правительстве. Было отмечено, что работа по составлению протоколов об административных правонарушениях за купание в необорудованных местах ведется недостаточно активно. Так, во Владимире, Гусь-Хрустальном, Муроме, Гроховецком и Собинском районах таких протоколов составлены единицы. МЧС России предупреждает, что купание в неустановленных местах запрещено. Не подвергайте, пожалуйста, свою жизнь в опасности. Купайтесь в установленных местах. Такие совместные рейды по водоемам округа будут продолжены. Напоминаем, что купаться следует только на оборудованных пляжах, держаться подальше от большой воды в состоянии алкогольного опьянения. Ни в коем случае не оставлять детей одних без присмотра у воды. Вадим Уколов, Илья Облетов, наши новости.